Так, мы в прямом эфире с нашим игроком Семеном Федотовым. Семен, как сегодняшняя игра? Вы победили 4-3. Несколько слов об игре скажите. Ну, самое главное, спасибо болельщикам, что пришли, поддержали. Важно было нам сегодня победить, чтобы быть наверху в таблице. Интересная игра была, с обилием моментов, где мы превзошли соперника. Вы сегодня забивали? Три забил. Сегодня хэт-трик у вас, вы да, там... побольше, конечно. Да. У болельщиков вопрос, как вы вообще появились в нашей команде, в нашем городе? Ну, раньше играл, в 2017 году в большой футбол. Так и остались знакомства здесь. Вот. Ну, переехал сюда жить. Переехали жить. Очень большое усиление для нас, и мы надеемся, что вы также дальше будете продолжать. Все, спасибо вам за интервью. Спасибо.